Но в Берлине открылся первый в Европе русский дом болельщика, где можно будет поближе познакомиться с российской культурой, встретиться с известными футболистами, а также получить паспорт болельщика и узнать всю важную информацию о предстоящем чемпионате мира. Церемония прошла с присущим нашей стране гостеприимством. Свои традиции гостям торжества показали все 11 российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата. Русский дом в Берлине будет работать без выходных.